Итак, ребята, здорово, это TIS Market, меня зовут Макс, и сегодня у нас на обзоре Outback 2005 года. К нам подъехала машина, и сюда мы будем ставить TIS CC2+, сюда мы будем ставить камеру HD и также видеорегистратор. Let's go! Мы уже сняли головное устройство и начнем, наверное, с камеры заднего вида. Станислав уже начинает монтировать. Стас, подскажи, что делаешь? Багажник разбирает. Сейчас будем протягивать камеру, чтобы лишние провода не торчали, и все выглядело шикарно. Итак, Outback 3. Он у нас представлен на сайте. Если вы захотели купить такой же комплект, можете зайти в tismarket.ru и подобрать именно ту модель, которая вам интересна. Ценник будет актуальный на нынешний день. Итак, мы закончили работу, показали ее уже владельцу. Он оценил по достоинству. И сейчас покажем, какие фишки были установлены в этой машине. Сейчас вы видите картинку с нашего регистратора TIS X5. И сейчас покажем, какие фишки в нем имеются. Здесь есть постоянная съемка, мгновенные фотографии, поддержка функций по полосам. Есть четкие настройки по яркости, контрастности, чтобы в любое время суток вам было удобно смотреть на эту картинку. И даже несмотря на то, что машинка старенькая у нас, но при этом зазоры, их почти нет. Все сидит очень плотно, не оторвать. Подключили мобильный телефон к данному TIS, теперь владелец может, не докасаясь до экрана, совершать звонки, спокойно делав набор как пальцем, так и голосовыми командами, что очень удобно. Итак, машина готова уже к отъезду. Сейчас отпускаем клиента, даем ключи, и он довольный едет домой. Если вам нужна такая же отличная работа от нашего магазина, обращайтесь, мы всегда вам поможем. TIS.